Всем привет, с вами Вова, и я рад приветствовать вас на канале Apple High Tech. Сегодня я расскажу еще об одном рабочем сервисе для скачивания игр и приложений бесплатно и без джейлбрейка. Он работает немного иначе, чем прошлые, в общем, сейчас все расскажу. Поехали! Итак, должен сразу предупредить, дабы избежать дизлайков, что сервис только начал свое развитие. Это не VShare, в котором собраны почти все приложения. Здесь их не очень много, но зато все работает и добавляют новое каждую неделю. Я думаю, что чем больше человек будет пользоваться, тем больше будет новинок. Сервис называется iShares. И как он работает? Все делаем по стандартному сценарию. Переходим по ссылке в описании, попадаем на сайт и сразу в глаза бросается кнопка приложения. Что делаем? Правильно, тыкаем в нее. Попадаем в список приложений, которые тут есть. Сейчас выбираем понравившееся приложение или игрулю. Тыкаем на незамысловатую кнопку «Установить». И опять в появившемся диалоговом окне нажимаем «Установить». Ждем, пока скачается, после чего запускаем и нажимаем «Доверять». Если появится такое окно, то зайдите в настройки «Основные профили» и подтвердите профиль этого разработчика. Как видите, все работает, теперь я могу играть в игру, которая стоит 169 рублей в App Store, абсолютно бесплатно. Также я здесь скачал про ретрику, пуфин веб-браузер и многое другое. В общем, я всем советую. Если нет того, что вы хотели, то есть группа ВК, там на стене вы можете оставлять свои заявки. Ссылка есть в описании. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было полезно для вас, то почему бы не поставить лайк. Также подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. Если есть вопрос, предложение или просто хотите поболтать на яблочные темы, то пишите мне в ВК. Я с радостью вам отвечу. И до новых встреч. Всем пока.